Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала, с вами снова Сергей, вы находитесь на канале «Удивительное рядом», и я продолжаю скрывать посылки с китайского сайта AliExpress, но не только. Сегодня ко мне прилетела такая интересная посылочка квадратного размера. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что находится внутри. Поехали! А внутри, как вы видите, нас ждет интересное устройство, которое подойдет для людей, которые занимаются ремонтом. Потому что это специальный копер, копирка для поверхности в пластмассовом виде. Вот такая вот интересная штука. Большое количество фигурных планочек вот такого формата из пластмассы. И пластмассовую же линейку, которая скреплена с обоих сторон металлическими болтами. Почему это копер? Потому что при помощи этого устройства можно копировать абсолютно любую поверхность и в дальнейшем перенести эту поверхность на плитку, которую вы хотите под эту поверхность подогнать. Давайте сейчас возьмем какую-нибудь поверхность и при помощи этого копера сделаем копирование этой поверхности. Возьмем мы пару вещей. Первая вещь у нас сегодня будет фонарик. Делается все очень просто. Представим, что это труба, и мы хотим скопировать ее для того, чтобы перенести этот формат на плитку, которую хотим установить на это место. Для этого нам потребуется просто-напросто поднести копер и обойти его вот так вот. И теперь просто задвигаем оставшиеся части копера. Вот и все. У нас получилась точная копия части этого фонарика. Также можно сделать с любой поверхностью. А в дальнейшем просто-напросто при помощи маркера или карандаша перенести эту копию на плитку. Сделать вырез по плитке и в дальнейшем обойти на плитке эти неровные поверхности. Моделью номер 2 в нашем сюжете сегодня будет деревянная ложка. Давайте обойдем ее при помощи копера. Зафиксируем и сделаем полный обход. Теперь просто подравниваем. И вот так вот у нас получилась идеальная модель нашей ложки. Вот такая вот интересная штучка. Ссылки, как обычно, вы можете найти под этим видео. А я буду заканчивать. Не забывайте ставить лайки, делиться этим видео со своими друзьями через социальные сети. Если есть какие-то вопросы, пишите, мы обязательно постараемся ответить. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Если хотите помочь моему каналу, ссылка для доната также находится под этим видео. А я пожелаю всего самого наилучшего, счастья и крепкого здоровья. Пока!